Всем привет, с вами снова Трибунал, и в этот четверг нам пришло новое обновление. С этим обновлением нам добавили новые шмотки на драконов, а именно это у нас поводья, которые дают хп, и когти, которые дают атаку. Соответственно, и поводья, и когти получают слоты под камни. Да, то есть, соответственно, они идут слотами под камни, которые открываются. Эти же слоты можно благословить, но я не знаю, сейчас открыто или нет, я не открываю, чтобы посмотреть, так как персонаж не мой, но должны быть камни благословляться, соответственно, там должна быть в одном и иммунитет, во втором доп. Урон. Вот, а также что по камням, камни, здесь нет, добавили 11 камни. Эти камни можно, ну, нужен философский камень для 10 камня, и с него получается 11 камень, соответственно, ну там получается 20 миллионов монет, философский камень и 10 камень, и вы получите 11 камень. Его максимально можно благословить на 4,32% допа или иммуна. Но их нельзя разобрать. Соответственно, а взамен этому дали возможность разобрать 10 камень на 3 девятых. Соответственно, вы философским камнем 9 камень улучшаете до 10 и тут же можете его разобрать на 3 девятых. Вот. Кому нужно, могут пользоваться. Кому нет, ну, нет, то нет. Так, дополнительно дали еще возможность захода в побои в воскресенье еще одну. А также добавили двух драконов, которых видно через мод. Это у нас драконы будут света и тьмы. И они идут аналогом дракона лета и зимы. Но здесь уже непонятно, как будет работать система. Как будет работать система, почему? Потому что каждый из драконов дает статы к определенному, скажем так, герою, так основе, экзоразмещению, эндо, экзо. А здесь еще два дракона добавят. Как они будут работать, непонятно. Но они, судя по всему, аналог это лето и зимы, поэтому это размещение и экзо, возможно, они будут давать бонусы именно к размещению и экзо. Это еще дополнительно походу шмотки. Вот, ну я бы на данный момент вот эти вот сундуки, которые я сейчас буду открывать, мне их разрешили открыть, но я бы всем советовал бы хранить, потому что будут эти новые драконы, и на них будут новые сетовые шмотки. Соответственно, сетовые шмотки нужно будет опять открывать, и но я не думаю, что там будет аналог, хотя может быть просто продублирует, не факт. Давайте сейчас откроем. Здесь у нас что? Поводья могут выпасть. А, видите, и клав, да, то есть и когти, и поводья. Угу. Здесь что у нас? Угу. Тоже что-то мы, кстати, там собрали. Ну, я не буду собирать, ребята сами соберут. Так, по поводу новых драконов света и тьмы, их можно сейчас тоже пакты получить на них. То есть пакты уже падают, как мне сказали. Поэтому я попробую сейчас открыть. Да, вот. Это на нового дракона. И вот это вот тоже пакт на нового дракона. Да. То есть пакты уже падают. Вот Light дракон. Это дракон света. Давайте попробуем. Это все старые. Вот, на Dark дракона. И также вот. А, это Light дракон, еще один кусок. Вот, это тоже на Light дракона. А вот на Dark дракона пакт. О, здесь 5 стонов. 2 стона. И еще один пакт на света дракона. То есть, соответственно, пакты уже падают. Вот эти перлбоксы я не буду открывать, но здесь тоже есть шанс выпадения камней на улучшение с Light дракона и Dark дракона. Вот. Скриншоты я сейчас добавлю на этих двух драконов.
чтобы вы понимали плюс-минус, какие статы, ну не статы, а как они выглядят, да, и какие бонусы они дают. Ну, один дает PvP, а второй дает ХП на размещение и на экзо. Я же повторюсь, это аналоги Дракона Лета и Дракона Зимы. Когда стартануло обновление, был баг, все статы драконов плюсовались к основе, и, соответственно, у всех разогналась мощь. Ну, то есть оно пошло на умножение и тому подобное. То есть все вот эти статы давались не на экзо, эндо размещение, а все тупо плюсанулось на основу. Все камни, все иммуны и допы, вот это все пошло в основу, и, соответственно, мощь очень сильно разогналась. Я не знаю, сейчас монумент пофиксили или нет. Нет, не пофиксили еще. В монументе, как видите, 20, почти 30 миллионов мощи. Да, ну, очень много мощи понагоняли, получается. Но разрабы сказали, бах, пофиксили. Соответственно, сейчас все статы пошли по своим местам. И как бы мощь немножко просела назад. Но в памятнике есть же такая фишка, которая запоминает ваш максимальный скачок мощи и его держит. После этого очень много кто повылетал из топ-200, потому что вот у кого были драконы прокачаны, они прям очень сильно поднялись. А некоторые даже специально взяли и переставили камни на драконов, все поставили на драконов для того, чтобы разогнать мощь и попасть уже в этот памятник. Вот. В принципе, по-моему, все по обновлениям. Мой личный совет. Собирайте сундуки пока. Ждите новых драконов. Вот. Ну, а хотя, возможно, ну, во всяком случае, не протачивайте. То есть просто откройте там эти шмотки, да, поводья и когти. Вы их можете открыть. Хотя бы, чтобы туда воткнуть камни, то есть хотя бы какие-нибудь. Остальные собирайте, ждите. Все-таки должны быть драконы. То есть если там частично модом показывали какие-то скриншоты и оно не добавилось, то в данный момент это подтверждается тем, что падают пакты. Да, то есть у нас уже прям в игре есть пакты для открытия этих драконов. Они уже падают. Драконы недоступны на данный момент, но пакты падают, соответственно, и драконы будут доступны. В принципе, я очень жду это обновление, когда добавят драконы, потому что мне безумно интересно, куда же все-таки будут эти статы. Также, что немаловажно по драконам, этим двум, которых добавят, это еще гербы. Здесь 4 дракона, которые каждый идет по своему скиллу. А здесь добавят еще 2 дракона. И вот это вот интересно, куда они пойдут. Либо же на второй и третий, и на второй и четвертый скилл, либо же что, как вообще придумают. Возможно, эти драконы будут добавлять какие-то бонусы к статам, ну, к этим к скиллам богинь. Либо еще к каким-то скиллам, либо к трансформе. Вот, ну вот здесь вот реально очень интересно, куда пойдут эти статы от новых драконов. По поводу статов от новых драконов, куда пойдут, пишите в комментарии ваши варианты, мне очень интересно. Вот, в принципе, вроде бы все рассказал вкратце, максимально как получилось, извините, ну, может кто что добавит в комментариях. Все, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.